Давай просто начнем свидание. Свидание начинается. Но где здесь есть хорошее место для свидания? Я знаю. Пойдем на мусорную... Да, это класс. Можно как раз пожрать из бачка. Так романтично. Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, это снова Undertale, и это снова хи-хи-хи, снова эта сволочь надо мной смеется, он меня только что недавно убил, только что недавно, ну только что, это и есть недавно, недавно только что. Представляешь ли ты вообще, что случится, если ты меня одолеешь, спрашивает он. Я представляю, случится мой триумф, если я тебя одолею, я закончу эту игру, и все будет прекрасно. Он опять смеется, кстати, некоторая часть битвы была пропущена, я тут немножко так без камеры посражался. Дошло до того, что его защита ослабла до нуля. То есть, я так понимаю, вот сейчас вот мы будем приближаться к его катастрофическому фиаско. Но вера, смотрите, мне веру дают. Вера, я надеюсь, что вера это не какая-то толстая бабища, которая сейчас... Вера, иди ко мне, родная. Так, вера, я готов обнять тебя, даже если ты толстая сейчас, правда. Я не знаю, почему я вообще... Че вообще за раскопритель? Толстая вера, любая вера. Кривая, кривоногая, косоносая, я не знаю, косогласая, любую веру мне. Надежда тоже подойдет, даже если у него вообще одна нога, не знаю, цветок какой-то. Смотрите, я вроде не хило ему, ой-ой, я не хило ему, конечно, подгадил, но мне явно не хватает заплаточек мне побольше. Битва, нажимаем битву, успеваем, пытаемся успевать, по крайней мере. Смотрите, ну, в принципе, ребята, успокойтесь. Цветочек, ты что, с ума сошел? Что делать? Так, смотрите, я к тому, что мы уже больше половины здоровья у него отняли. Я не знаю, он сейчас меня сохраняет, нет, он там... Мне писали, что он меня сохраняет после каждого там повреждения, и нужно продержаться только один цикл. Но, по-моему, цикл нападения, и потом идет там... В общем, те, кто... Мне сейчас некогда это рассусоливать, я не настолько хорошо сейчас соображаю, чтобы все объяснять. Те, кто знают, те знают. В общем, сейчас никаких циклов нет. Сейчас он просто нападает, я просто отбиваюсь. И кажется мне, что дела мои плохи. И смотрите, с другой стороны у него уже... О, иди сюда. Так, лечилки все ко мне. Куда? Чего они мимо пролетают? Боже, даже твои бомбы тебе не помогут, чувак. Тебе конец, цветочек. Я тебя уничтожу. Да, действительно, босс... Все? Я даже не обратил на это внимания. Я, знаете, мочевочек... Нет! Да, наконец. Этого не могло произойти. Ты. Да, файл загру... Ты идиот. Вот это черт возьми, а? Да что мне, что это такое, блин? Что происходит? Что он все время загружает моменты моей смерти зачем-то? Зачем ты это делаешь? Файл сохранен. Хи-хи-хи. Ты всерьез думаешь, что ты можешь одолеть меня? Я бог этого мира. А ты? Ты безнадежен и одинок. Черт побери, ведь точно. Твои никчемные друзья. Да че он все время Тариэль копирует? Мне не только Тариэль, друзья. Санса там изобрази. Я чуть-чуть, наверное, поверну, наверное, вот сюда, мне кажется. Или... Не, так и оставлю. Ну, у меня, как всегда, психоз. Но все время кажется, что камера неправильно стоит. Теперь не смогут помочь тебе. Кричи о помощи, попытайся. Реви во тьме. Мамочка, папочка, кто-нибудь помогите. Видишь, никакой пользы. Вы зовете на помощь. Ну, сейчас Тариэль тебе тапком даст, да? Давай, позовем на помощь. Или Санс, может быть, придет там, пошутит как-нибудь. Но никто не пришел. Да уж, как жаль. Никто не увидит, как ты умираешь. Да я как бы и без зрителей, в принципе. Не, я вообще не хочу умирать, о чем мы говорим? Не-не-не! О, видимо, помощь все-таки пришла. Наверное, ему сзади все-таки тапком засандалил кто-нибудь. Асгор или кто-нибудь еще. Что? Как ты? Что ж, я просто... Ошибка загрузки. Что? Чит, пожалуйста. Где мои силы? Ты читер, что ли? Там написано было чит. Души, что они делают? Нет! Ты не можешь этого сделать! Вы должны подчиняться мне! Прекрати это! Прекрати! Он прям как Лев Лещенко там затянул, наверное, песню. Ну, все белое, все взорвалось, я так понимаю. Ой, а цветочек-то завял. Пощады, конечно, мы ж добрые. Что ты делаешь? Ты всерьез думаешь, что я что-то извлек из этого? Нет. Какой-то упрямый. Эта пощада ничего не изменит. Убить меня единственный путь. Покончить с этим. Если ты позволишь мне жить... Я вернусь.
Как вернешься, так и уйдешь опять. Без проблем. Я убью тебя. Да ты не убьешь, ты придурок, блин. Я убью всех. Ага, всех, размечтался, блин. Я убью всех, кого ты любишь. А тут ты знаешь, что я, может, я всех тут терпеть не могу. Чего ты... Давайте резко всех возненавидим, и он останется без защиты. Не сможет никого убить. Ну я уже запарился, чувак. Можно просто на X нажимать на клавиатуре и пощады. Почему? Покачину, блин. Почему ты так добр со мной? Где он сейчас расплачется? Я не понимаю. Я не понимаю. Ну давай еще 3 восклицательных знака, блин. Я просто не могу понять. Что, он ушел, что ли? Тынь-тынь-тынь. Цветик убежал. На чем он убежал? Я не знаю, ничего. Конечности выросли, что ли? Вы когда-то видели, чтоб цветки бегали? Я не видел. Куда идем? Undertale. Тоби Фокс. Хороший ты чувак, Тоби Фокс, только... Тэмми Ченг, аниматор, чтоб... А, Тэмми Ченг, я думал... Блин, я думал, что-то Тимми, вот эти вот, как и Тэмми, я думал, это эти чуваки из деревни, что-то про них сейчас, деревня Тэмми. Теперь понятно, в кого деревня Тэмми. Так, мы смотрим титры. Причем, я честно говоря, я первый раз вижу такие мрачные титры. Чтобы вот так вот сменялись вот имена создателей. Все? Ну там людей немного работало, это видно, в принципе. Звонок. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Что ж, я просто оставлю сообщение. Итак, прошло много времени. Королева вернулась и теперь правит подземельем. Она установила новое правило. Все люди, которые упадут сюда, будут считаться не врагами. Я думал, а едой там, например, а друзьями. В любом случае, это изменение к лучшему. Человеческие души, которые собрал король, кажется, исчезли. Так что, это вот эти разноцветные, да? Я так понял, он собирал со всех рас и народов, да? Так что этот план в скором времени не осуществится. Но, несмотря на то, что народ убит горем из-за короля, а в будущем мы можем так и не получить свободы, королева все же пытается дать нам надежду и не дает сдаваться. Так что, да. Даже если мы тут внизу не сдаемся, то и ты не смей сдаваться, где бы ты ни был, окей? Кто знает, сколько времени нам понадобится. Но мы выберемся отсюда. Санс, с кем там разговариваешь? О, и ни с кем. Что? Ни с кем? Могу я тоже с ним поговорить? На, развлекайся. Погоди секунду, я узнаю этот номер. Внимание, человек. Я узнаю этот номер. Я Великий Папирус, теперь капитан Королевской Стражи. Это все, о чем я когда-либо мечтал. Ну, кроме того, что мы вместе просто поливаем цветы, а не бьемся. Так что почти ничего не поменялось. А еще мы помогаем доктору Альфе с исследованием. Она собирается найти способ вытащить нас отсюда. Андайн тоже ей помогает. Правда, то, как она помогает, немного взрывоопасно. Но я думаю, Альфис нравится, когда она рядом. Хо-хо! Эй, чем занимаешься, сопляк? Аррр! Пожалуйста, не трогай телефон. Эй, ты забыл, кто здесь главный? Я. Ох, да, точно. Я оставила свою работу в качестве руководителя Королевской Стражи. Ну, на самом деле, так как нам больше нет нужды сражаться, Королевская Стража была полностью расформирована. Какие у них там просто Столыпин к власти пришел, такие реформы. Теперь здесь только один ее член. Сейчас член сам такой, член, половой член. Бдумц. Но он экстремально хорош. Да, он хорош. Бдумц, опять, иди-ка сюда. Пожалуйста, не трогай скелета. Как бы то ни было, о чем они говорят? Нет, я просто, я как бы начал шутить на эту тему, но они там развивают просто в этом ключе вовсю. Не трогай моего скелета. Как бы то ни было, теперь поможется в лаборатории Айлфис. Мы пытаемся найти способ свалить с этой свалки раз и навсегда. Ах, да. Еще работаю учителем физры в новой школе королевы. Ты знал, что я могу поднять 7 детей? Здорово, правда? Эй, я сожалею о том, что случилось со Сгором. Ты просто сделал то, что должен был. Это не твоя вина, он... Так я его вообще-то пощадил, извини. А, черт возьми, я скучаю по здоровяку. Как это я его пощадил, блин? А, подождите, там же его цветок, по-моему, грохнул. Или надо пересмотреть. Блин, Андайн, завязывай с этим. Я полагаю, что мне следует рассказать тебе, как поживает Альфис. Ну, у нее все так же, как и всегда. Может, она стала даже чуть более замкнутой, чем обычно. Похоже, что ее действительно что-то сильно беспокоит. Но она сможет пройти через это. Ведь я поддерживаю ее. Для этого и нужны друзья, верно?
в общем, где бы ты ни был, я надеюсь, что там лучше, чем здесь. Ведь тебе пришлось многих принести в жертву, чтобы добраться туда. В общем, где бы ты ни был, постарайся быть счастливым, хорошо? Ради нашего общего блага мы будем чувствовать себя лучше, зная, что наши беды того стоили. Мы все с тобой, все, даже королева. Эй, погоди секунду. Триэль, ты хочешь? Триэль, ты хочешь? Не ради начала этого диалога, я надеюсь, что Триэль ничего не хочет. Она говорит, что занята. Но если бы она знала, с кем мы сейчас говорим, то мы бы не получили телефон обратно в ближайшие пару часов. А, это телефон. Мы имеем милость спасти тебя от нее. Но ты звони в любое время, хорошо? Она любит поболтать. Ой, упс. Похоже, у этой штуки почти закончилась батарея. Так что ненавижу прерываться, но еще увидимся, хорошо, приятель? Пока-пока. Увидимся, мелкий. Щелчок. О, дружище, почему? Почему ты отпустил меня? Почему ты отпустил меня? Ты разве не понимаешь, что быть хорошим, это очень больно? Взгляни на себя. Ты завел здесь столько отличных друзей. Я никогда его так не озвучивал, но почему бы в конец не попробовать? Но теперь, возможно, ты никогда не увидишь их вновь, не говоря уже о том, как сильно они привязались к тебе. Больно, не так ли? Больно, наверное, тебе, когда тебя за яйца схватили. Ладно, у меня уж горло болит. Если ты только что прошел через это все, не заботься ни о ком, тебя не должно ничего трешь. Реально, кто тебе наступил на твои цветочные детородные органы, чувак? Я просто, что у тебя с голосом? Так что я не понимаю. Если ты действительно сделал все верно, то почему все закончилось именно так? Почему жизнь действительно так несправедлива? Слушай, что если я скажу, что я знаю, как получить концовку получше? Тебе нужно загрузить твое сохранение и между делами, почему бы тебе не повидать доктор Альфис? Тогда бы можно было завести лучших друзей. Кто знает, может, у нее есть ключ от твоего счастья. Увидимся. Итак, давным-давно две расы правили землей, тут я понимаю, ничего не меняется. Undertale сейчас загрузим. Я, честно говоря, еще так замолчал, потому что я думал, что игра вообще сейчас закроется, а потом ее снова открывать, как бы, и придется это вырезать. Но вырезать не пришлось. Смотрите, мы нажимаем продолжить. Так, и теперь мы направляемся к отелю, насколько я знаю, то есть мне об этом писали. Подожди! Стоп! Это вот мы куда попадаем? А, это к королю. Не-не-не-не! Зря я это сделал, наверное. Да? Это барьер. Это то, что удерживает нас всех в ловушке под землей. Так, подождите. Если не закончить, сейчас самое время их закончить, продолжить, вернуться. Ясно. Чем бы ты ни хотел заняться, наверняка стоит того, даже такая мелочь, как чтение книг или прогулка, пожалуйста, не торопись. Все, вот не торопимся. И направляемся в отель. Направляемся в отель. Я так понимаю, вот сюда вот мне надо. О, ну это будет долго, это надо вырезать. Ну, в общем, да, я почитал о том, что мне писали подписчики. В принципе, читать особо нечего было. То есть я уже все понял, по большому счету, что делать. Поплыть на лодке, да, и плывем в Снежный Град. То есть мы, в принципе, делаем то, что нам и говорит Андайн. Идем к ним в дом Снежный Град. Я уже так понимаю, что, наверное, свидание с Альфис будет потом, после этого. То есть, получается, вначале нужно в Ксансу сходить, в комнату, а там уже будет видно, что там с Альфис. Опять что-то мне говорит лодочник. Единственное, я попробовал пойти в клуб художников. Там есть секретка на второй правый этаж. Едешь по лифту, едешь потом, идешь к перекрестку трех дорог, ставишь дату системную свою в часах вот, на Windows. Тра-ла-ла. На 22 октября в 20:00 или чуть раньше, чтобы добраться до этого места. И там должен быть какой-то секретный враг. Я это все сделал, у меня не сработало. Я не знаю почему. Я все сделал вроде как правильно, то есть, и там даже не было таблички о том, что нужно оказаться в это время, в этом месте. Хотя она должна была там быть. Но это такая секретка, я ее не показываю, потому что она у меня не получилась. Я мог бы там показать это тайное место, но оно само по себе ничего интересного из себя не представляет. Без секретного врага, которого я почему-то открыть не смог. Ну да хватит об этом, давайте, наверное, найдем, где там их дом вообще находится. Я уже, честно говоря, сейчас, подождите. Они, по-моему, жили, я, по-моему, мимо прошел. Они жили где-то вот в этом конце вот. У Грилби, да, и где-то вот рядом, по-моему, Папирус и Санс, у них домик стоял. Вот сейчас, да, вот в эту сторону, кажется. Библиотека, не, библиотека мне тоже не нужна. Да, вот сюда, вот они, друзья мои. Так, хей, у меня кое-что есть для тебя. Но ты несешь с собой слишком много. Правда? А ну-ка, что я несу? Вещи
гламбургер. Давай, используем. Вы съели гламбургер, ваши ОЗ были восстановлены. Ну-ка теперь. Итак, у меня есть к тебе просьба. А, мне нужно, чтобы ты доставил это письмо. Доктор Альфис. Вот, вот, а потом уже идет свидание с доктором Альфис. Понятно. Ха, почему я не сделаю это сама? Ну, это типа личное, но мы друзья. Так что, я расскажу тебе. Жаркоземья, отстой. У меня нет желания тащиться туда. Так что пойдешь ты. Какая наглость. Вы получили письмо онлайн. О, если ты прочтешь его, я убью тебя. Большое спасибо. Ты лучший. Так, а мне... Вот теперь у меня дилемма, мне это сделать или нет? Ну и, кстати, надо в комнату Санса попасть все-таки. Давайте попробуем ее. Подождите, это не то. Вот комната Санса. Она у нас вот где. Давай. Вы открываете дверь, заходите. Итак, что мне... Это что такое? А, это я понял, это луч света, наверное, какой-то, да? То есть как из-под двери там торчит. Хорошая у Санса комната. Прям это одно удовольствие. Что-то мне не по себе. Я сейчас заблужусь, да? Санс! Санс, у тебя слишком как-то просторно в апартаменте. Эй, Санс, ты не видел мой... Ой, привет, ты не Санс. Подожди секунду. Почему ты бегаешь на дорожке в полной темноте? Очередной розыгрыш Санса со временем и пространством? Я ненавижу, когда он так делает. Насколько инфантильным ты станешь? Кстати, ты не видел мои фигурки? Погоди, я знаю, где их найти. В моей коллекции. Ня-ха-ха. Иногда я бываю гением все время. Иногда я бываю гением все время. Класс. Так, это беговая дорожка. К ней прикреплена записка. На самом деле над тобой просто постебались, болван. Так, это самоподдерживающийся торнадо, состоящий из мусора. Блестяще. Куча грязных носков Санса. Возмутительно? Ну, наверное, да. Ну, хотя носки... в ящике лежит серебряный ключ. Вы крепите его на ваш брелок. Так, хорошо. У меня есть серебряный ключ. Это благодарственное письмо, адресованное Санте. Это незаправленная подушка. Так, изношенный матрас. Просто не скомканный. В странный масляный комок. Это самоподдерживающийся торнадо. Так, понятно, то есть вот это оно и есть. Вот я посмотрел, взял ключ. Так, больше я ничего не могу взять. Одежда и тромбоны запиханы в спешке. Одежда и тромбоны, да, понятно, понятно. Это светильник. Включить? Да, включить. У него нет лампочки. Вместо нее воткнут фонарь. Включить? Да. Фонаря нет батареек. Да что это, сразу? Это незаправленная подушка, черт бы я побрал. Ну все, значит, может мы еще можем покататься на этой стране. К ней прикреплена записка. Блум-блум-блум. Да. Итак, вот она комната, вот так вот он меня развел. Если еще раз сюда зайдем, что будет? Ну, ничего нового, то есть ничего нового не будет. Теперь получается, нам нужно идти к доктору Альфис в Жаркоземье. Андайн пишет кучу писем, но она никак не может подобрать нужные слова, и как только собирается отправить письмо, всегда возвращается назад и переписывает. Поэтому она попросила тебя, потому что у тебя нет стандартов. Так, а кстати, насчет письма, давайте, знаете, что сделаем? Давайте сейчас сохранимся, прочитаем его, потом загрузим это сохранение, типа мы его не читали. Я все-таки побаиваюсь как-то ее гнева, поэтому я бы, наверное, не рисковал бы. Куда я иду? Зачем сохраняться здесь? Я думаю, сохранение было, кажется, выше. Где-то тут, блин, есть сохранение, я не понимаю. Ну, вообще, ладно, давайте, знаете что, давайте в Жаркоземье тогда. Тра-ла-ла, хочешь прокатиться, поплыть на лодке? Да, поплыли. Куда мы сегодня направимся? В водопаде Жаркоземье. Жаркоземье. Тогда мы отчаливаем. Сходим в Жаркоземье, сейчас сохранимся там, и я открою это чертово письмо. Мне любопытно, реально, что он там и написал. Так. Что ты на этот раз мне скажешь? Тра-ла-ла, почему ты не поешь со мной? Тра-ла-ла. Тра-ла-ла. Все, я спел. Нет. Тра-ла-ла. Вот так. По-моему, уже не пристебешься ко мне просто никаким образом, потому что я уже спел идеально просто. Давай, уходим. Возвращайся когда-нибудь, тра-ла-ла. Да, я понял, все. Отстанет мне. Так, видя такую странную лабораторию в таком странном месте, вы полны решимости сохранить. Итак, письмо онлайн использовать. Может быть, у вас получится просунуть его под дверь. А, так этого и нельзя сделать. Ну-ка, сейчас. Инфо. Письмо онлайн, уникальный предмет, написано для доктора Альфис. Ну и там вариант-то только мусор, да, то есть... Может быть, да, понятно. Все, я понял. Не получится. Я хотел немножко жульничать, щетерить, но не получится. У двери нет места под почту. Просунуть письмо под дверь. Просунуть. Вы просунули письмо под дверь и постучали. О, нет. Это что? Еще одно письмо? Я не хочу открывать его. Не могу ли я просто просунуть его обратно? Нет, я не могу продолжать так поступать. Я прочту его.
Оно что-то вроде сильно запечатано, да? Погоди, секунду. Вот это вслух главное читай, вслух читай! Эй, если это какая-то шутка, то... О мой бог! Это ты написал это письмо? Оно не подписано, так что... Я не имею понятия, кто бы... О боже! О нет! Это Мила! Я даже не думала, что ты пишешь так. И это удивительно, после всего того, что я натворила, я действительно не заслуживаю прощения. Тем более такого. А еще с такой страстью. Я там страсть, да? А знаешь что? Ладно, сделаю это. Что? Что она там сделает со страстью, а? Не надо никакой страсти. Это меньше, что я могу сделать для тебя. Да, давай, пойдем на свидание. Ага, свидание начато. Вот как выглядит свидание. Я, честно говоря, вот почему-то вот не писали сейчас про это свидание. Я все время был уверен, что это будет вот в ресторане в том. А, извини, я все еще одеваюсь. Да ладно, чего уж. О боже, какой кошмар. Как я выгляжу? Мой друг помог мне подобрать это платье. Она знает в этом толк. Ладно, давай сделаем это. Свидание начинается. Погоди. На самом деле мы все еще не можем начать свидание. Свидание останавливается. Сперва я должна дать тебе что-нибудь, чтобы повысить статистику твоей любви. Это увеличит вероятность благополучного исхода нашего свидания. Мне он не очень нужен, на самом деле я бы без благополучного исхода как-то обошелся. Верно? Неверно. В любом случае, не беспокойся, я подготовилась. Я подготовила подарки в надежде на такое свидание. Первое, у меня есть полироль для металлической брони. Возможно, ты не сможешь использовать этот, но! Еще я принесла водонепроницаемый крем для твоей чешуи. Ну, тогда как насчет этого ремонтного набора для магического копья? Что я... я не уверен, что у меня есть магическое копье, потому что, возможно, я девочка. По замыслу автора этой игры, мы точно не знаем, есть ли копье у нашей героини, героя. Героиню, как бы, мы не знаем этого. У нашей мальчики, опять же. Давай забудем об этих вещах. Давай просто начнем свидание. Свидание начинается. Да, давай, начнем свидание. Да давай уже начнем, блин. Ставь свечи какую-нибудь срань еще. Че там? Че там у вас у монстров принято на свидание делать? Может, рожу друг другу корчить? Страшные. Монстры же. Тебе нравится аниме? Да мне вообще-то, знаете, абсолютно... Ну, давайте скажем да. И я так понял, что ей нравится, наверное, поэтому она спрашивает. Давайте скажем да. И мне тоже. А я, на самом деле, я только «Тетрадь смерти» смотрел. В принципе, неплохо, но я не досмотрел. Эй, пошли, сходим куда-нибудь. Но где здесь есть хорошее место для свидания? Я знаю. Пойдем на мусорную... Да, это класс. Вот мы и здесь. Можно как раз пожрать из бачка. Так романтично. Мы с Андайм все время сюда ходим. Мы нашли здесь много классных вещей. Она правда. Я думаю, что тут идет какой-то намек на мультсериал «Настоящие монстры», наверное. О нет, это же она. Я не могу позволить ей увидеть меня на свидании с тобой. Почему? Потому что, о нет, она идет сюда. Так. Эй, вот ты где. Я осознала, что если ты доставишь эту вещь, то это может быть плохой идеей. Так что я сама собираюсь это сделать. Отдай его мне. А, у тебя его нет? А, по крайней мере, ты видел ее? Ага. Да? Значит, она где-то здесь. Спасибо, я продолжу искать. О боже. Ну, я думаю, это очевидно, да? Она и вправду мне нравится. Я имею в виду больше, чем мне нравятся остальные. Прости меня. Я просто решила, что было весело пойти на такое милое, как бы, притворное свидание с тобой, чтобы почувствовал себя лучше. Так. Ну, это звучит даже хуже, чем это так, если это, блин. Ну, это звучит даже хуже, если это так преподнести. Прости, я просто снова облажался. Андайн та, с кем я правда хочу пойти на свидание. Но я думаю, она не из моей лиги. Не то чтобы ты не крут, но Андайн. Она такая уверенная в себе и сильная, и веселая. Только что какая-то бомжиха, по-моему, прошла. Вот она реально на вид, вот к этой свалке просто вот реально идеально подходит. И я сейчас слышу, что... Типа, она круче меня. Вот, неправда. Кто может быть круче, чем вот эта вот мальвочка, которая такая пузатенькая? Она самая крутая здесь. А я просто никто. Лгунья. Я королевская ученая, но... Все, что я делала, только вредило людям. И я говорила ей так много лжи, наверное. Наверное, она думает, что я... Она думает, что я намного круче, чем на самом деле. Если мы сблизимся, то она...
она узнает правду обо мне. Что мне нужно сделать? Сказать ей правду, продолжать лгать. Сказать ей правду. Правду? Но если я скажу ей правду, она возненавидит меня. Разве не лучше этот вариант? Жить во лжи, где оба счастливы. А не в правде, где несчастлив. Да ты такая счастливая просто. Сейчас на тебя смотрю, прям счастье вон у тебя. Градами пота. Градами. Градом. Градом пота по голове у тебя счастье стекает, блин. Они говорят, будь собой. Но я правда не хочу быть мной. Я лучше буду делать то, что заставляет людей любить меня. Ну, во-первых, неплохо было бы грамотность свою как-то немножечко подкорректировать. Тогда будут любить чуть больше. Хе-хе-хе. Нет, ты прав. Каждый день я боюсь. Боюсь, что может произойти, если люди узнают правду самостоятельно. Они все огорчатся из-за меня. Но как мне сказать, дай им про правду. Про правду, да. Я не уверена. Я все испорчу. Как я могу подобрать нужные слова? Очевидно, давай обыграем это. Давай обыграем. Давай обыграем. Безочевидно. Не будем слишком самоуверенны. Это не очевидно для меня. Обыграть? Это звучит довольно-таки весело. Окей, кто из нас будет Андайн? Я буду Андайн. Ох, да. Очевидно. Хе-хе. Хм. Привет, Андайн. Как твои дела сегодня? Блин. Привет, милашка. Нет, она так не ответит. Андайн ответит, все отлично. Ха-ха. Рада это слышать. Ух. Ну, я хочу сказать тебе кое о чем. Тогда она целует тебя. Блин, нет, это такое тоже вряд ли. Что это, Альфис? Видишь ли, я. О, я, индин чин хайнен ин шайнен. Но наш Альфис переходит в режим Гитлер. Я не была полностью честна с тобой. Но видишь ли, я. Ух, забудь. Давай сожжем этих евреев и забудем обо всем. Андайн, я хочу рассказать тебе о своих чувствах. Ты такая храбрая и сильная и добрая. Ты всегда слушаешь, когда я говорю о гиковских вещах. Ты всегда делаешь так, чтобы я почувствовала себя особенной. И любишь говорить мне, что ты снесешь любую преграду на моем пути. Андайн, я не могу сдерживать это еще дольше. Я по уши влюблена в тебя. Обними меня, Андайн, обними. Чего ты сейчас сказала там? А, Андайн, я была просто... Эй, воу, погоди секунду. Твой наряд очень милый. По какому поводу? Погоди-ка секунду. Вы двое. На свидании? Да? То есть, нет. Я думаю, мы были. Я имею в виду, на самом деле мы только обыгрывали романтическую встречу с тобой. Что? Я имею в виду. Андайн, я врала тебе. О, она так не говорила, но что-то у меня так. Актерство проснулось. Что? О чем? О, ну, обо всем. Я говорила тебе, что те водоросли, представлять, на самом деле, я просто использовал их, чтобы сделать мороженое. А чё там водоросли, я чё-то пробую. Ого, как быстро, а те фильмы по истории, они, господи, они просто, ах, аниме. Они неправдивы. И все те разы, когда я говорила тебе про телефоны, что я работаю, я просто ела замороженный йогурт, сидя в своей пижаме. Сэр, Альфис, я лишь хотела хочайнин произвести на тебя впечатление. Я лишь хотела, чтобы ты думала, что я умная и клёвая. Что я не какая-то глупая неудачница. Альфис. Андайн, я правда думаю, что ты крутая. Альфис. Ши-ш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 и. Сейчас в мусорный бак я засуну, да? А как я угадал? Альфис. Я тоже думаю, что ты крутая, правда. Но ты должна понять. Большинство из того, что ты сказала, правда, не имеет значения для меня. Мне все равно, смотришь ли ты детские мультики или читаешь исторические книги, для меня все это просто гиковский хлам. Что я и люблю в тебе, так это твою увлеченность, ты аналитична. Все равно, что бы это ни было, ты погружаешься в это на 100% и со всей силой. Так что тебе нет необходимости лгать мне. Я не хочу, чтобы ты врала кому-нибудь еще когда-либо. Альфис, я хочу помочь тебе стать счастливой с тем, какая ты есть. С мусорным баком, что ли? Сейчас она только с ним будет счастлива. Я знаю, что тренировка делает свое дело. Класс! Андайн, ты собираешься тренировать меня? Что? Я? Можно я, да? Не, я заставлю Папируса сделать это. Пора потрясти костями, пора пробежать 100 кругов, крича, какие мы великолепны. Готово? Я уже включила таймер. Андайн, я выложусь по полной. Побежали. По сна не бегают, даже неси меня ножками, только. О боже, она же шутила, верно? Эти мультфильмы, эти комиксы, они же
все еще правдивые, верно? Аниме не врет, верно? Аниме правдиво. Ну давайте не будем разрушать ее иллюзии. Ха-ха-ха. Это как сказать. Я знала. Огромные мечи, магические принцессы, я иду. Ах, это как ложь во спасение, я не знаю, правдивая ложь. Нормально. Спасибо, что позаботился об Альфис. Я не говорила, что я этого хочу, но все складывается для нее как можно лучше. Ну, я пошла наверстывать упущенное. Увидимся. О, а... Это что такое? Это как понимать, это я где сейчас? Куча мусора. Вы узнаете несколько торговых марок? Просто мусор. А, тут мы не узнаем торговых марок, да? Там узнаем, тут узнаем. Сюда проходим. Ух ты, давайте-ка сохранимся. Покопавшись в бесполезном мусоре, вы наполняетесь решимостью. Какими странными вещами... Какие странные вещи наполняют решимостью нашу мальвочку? Так, разбитый настольный компьютер, пуст внутри. Я ведь помню, здесь на меня манекен напал. Звонок. Привет. Разве это не мой дорогой друг, который верит мне? Это Папирус твой. Обоюдный друг что-то? Альфис и я рано закончили тренироваться, очень рано. Так что я отправил ее домой. Очень домой. И теперь я чувствую себя полным сил без особой причины. Ты должен сходить туда. В ее лабораторию, дом. У меня хорошее предчувствие насчет этого. До встречи. Щелчок. Пойдемте туда, почему бы и не сходить. Вы чувствуете успокаивающую безмятежность, вы полны решимости сохранить. Значит так, мне нужно сейчас где-то тут найти лодочник. А, все, он же рядом совсем, лодочник-то, господи. Вот он. Тра-ла-ла, хочешь прокатиться? Поплыть на лодке? Да. И вот мы здесь. Пройдемте. Значит, в лабораторию, да? Я так подозреваю, что, наверное, у Санса мы взяли ключ именно от нее, или нас туда и так пустят. Вот это, кстати, я не уверен. Ну, давайте проверять. О, смотрите, записка. Это записка от Альфис. Прочесть ее? Конечно, прочесть. Сложно разобрать почерк, но вы стараетесь изо всех сил. Хей, спасибо за помощь. Ребята, вы... Ваша поддержка, правда, значит для меня многое, но как бы ни было, тяжело говорить это. Вы, ребята, не сможете в одиночку волшебным образом решить мои проблемы. Я хочу быть лучше. Я больше не хочу бояться. Чтобы это произошло, я должна уметь встречаться со своими ошибками лицом к лицу. Я начну разбираться с этим сейчас же. Я хочу быть честной. Это только моя проблема. Но если вы никогда больше обо мне не услышите, если вы хотите узнать правду, войдите в дверь к северу от этой записки. Вы все должны знать о том, что я совершила. Это все, что она написала. Пойдемте узнаем. А, куда нам? А, просто, то есть мы не выбираем. И слава богу, честно говоря. Куда привезут, туда привезут, я не против. Внимание, внимание. Лифт теряет мощность. Электромагнитная связь дестабилизирована. Высота падает. Так, и я говорю, что я провалился куда-то в подвал. Далеко-далеко. Да. Ну, неважно. Да, черт возьми. Смотрите, какая задница. Полную задницу попал. Запись номер один. Пришло время. Время сделать то, о чем король просил меня. Я создам силу, чтобы освободить нас всех. Я выпущу силу души. Так, это, я так понимаю, Альфис, да, у нас тут колдует. Запись номер два. Барьер закрыт с помощью силы души. К несчастью, эта сила не может быть воссоздана искусственно. Сила душ может быть получена только от тех, кто когда-то жил. Поэтому, чтобы получить больше силы душ, нам придется использовать, что есть, души монстров. О боже, да тут... Ох, Альфис, ну ты, блин, конечно, удивляешь меня. Но для извлечения души из живого монстра потребовалась бы невероятная мощь. Это непрактично. К тому же, извлечение души подобным образом уничтожает носителя. И в отличие от устойчивых душ людей, души большинства исчезают сразу после смерти. Если бы только я могла заставить душу монстра остаться. Так. Запись номер 5. Я сделала это. Используя чертежи, я извлекла это из человеческих душ. Я верю, что это то, что дает их душам силу существовать после смерти владельца. Воля к жизни, намерение изменять судьбу. Назовем это решимостью. Так, вот значит, что это за говно, которым постоянно про меня наполняюсь и наполняюсь, я им и наполняюсь, и никак не наполнюсь. Очень у вас тут темно, друзья мои. Купить чипсы за 25 монет... Давай. Торговый автомат выдал немного чипсов. Купим, почему бы нет, посмотрим. О, так, запись номер 6. Асгор попросил всех искать монстров, падших вне города. Их тела прибудут сегодня, пока они еще в коме, но скоро все они обратятся в прах. Но что произойдет, если я введу им решимость? Если их души сохранятся после смерти, тогда свобода может оказаться ближе, чем все мы думали.
Запись номер 9. О, уже номер 9. Дела идут не очень хорошо, ни одно из тел не обратилось в прах, так что я не смогу получить души. Я сказала семьям, что верну им прах для их похорон. Народ начинает спрашивать меня, что происходит. Что же мне делать? Это что-то вроде операционного стола, он липкий. Проходим. Это что-то вроде... Он липкий, да. Все липкое. Так. Здесь записка на полу, вы не можете все разобрать. Раковина уронила туда. Так, я сделал немного поярче себе монитор, а то что-то тут совсем темно. Это все, что вы можете прочесть. Это что-то вроде переключателя, в нем слот красного цвета в центре. Ага, да тут сложно будет, я так понимаю. Вы включили воду. Вы включили воду, и вы включили воду, правильно? Ой, полилось какое-то говно. Молочко! Это что? Приближается. Я пытаюсь... А как... вот, да, вот, действие, пощада... Не, никакой пощады. Действие. А, статистика вещи, телефон. Оценить статистика вещи, телефон. Ну, давайте телефон. Вы достали свой телефон. Вы слышите голоса из динамика. Давай присоединяйся к веселью. Какая-то жуть пошла, надо признать. Какие рожицы забавные. Ну что, веселье, действительно. Но никто не пришел. Так, мы пока еще не можем, да? Сгусток памяти, отказаться. Ох, ладно. Значит, ох, ладно, то есть вы разрешаете мне отказаться? Вы меня отпускаете, ребята? Отпустите меня. Не хочу я с вами веселить. Ой, больно. Вы победили, вы получили 0 опыта. И все, да? Ну, это было не очень как-то опасно, по большому счету. Стоп, тут что, еще какая-то надпись? Запись номер 9. А, ну понятно, это мы все уже читали. Что же мне делать? Давайте тогда идти в другую сторону. Здесь у нас, да, тут это мы уже тоже считали. Сейчас пойдем вправо, там, наверное, тоже будет куча надписей. Вот дверь какая-то, смотрите, обратите внимание. Нет, в нее мы пройти не можем. Здесь записка на полу. Вы не можете все разобрать. Лифт, потеря энергии, вход через центральную дверь. Это все, что вы можете прочесть. О, смотрите, что-то красненьким светится. В раковине лежит красный ключ. Вы взяли его и нацепили на ваш брелок. Все прекрасно. Давайте сейчас его вот сюда вставим, и все будет нормально. Щелк. Красный ключ идеально вошел в слот. Отлично. Вот это другое дело. Теперь все получится как нужно. Давайте-ка сюда пройдем. Вошел в слот. Теперь, получается, мы идем в центральную дверь, наверное, и там куда-то нас отвезут. Да, вот, пожалуйста. Но тут, подожди, тут же 4 этой четыре штуки вот этого говна. То есть... А, теперь меня сюда пускают. То есть я могу дальше путешествовать. Так, запись номер 12. Ничего не происходит, я не знаю, что делать. Я лишь продолжаю вводить всем решимость. Я хочу, чтобы это сработало. Так... Запись номер 13. Одно из тел открыло глаза. Это что? Пустая миска из-под собачьей еды. Так, это кровать. Выглядит как удобная кровать. Вы могли бы забраться, если бы вы были слева от нее. Ага, то есть я могу реально забраться, да? Можно прилечь? Да, чего бы нет, мы приляжем. А, понятно. А подождите, а может быть надо так полежать и что-то произойдет? Ну-ка, давайте попробуем. Может нужно подождать? Мы полежим, передохнем, вдохнем немножко свежего подземного лабораторного воздуха. О, смотрите, действительно, пошел какой-то процесс, какая-то... Душевая, что ли? Ой, оно хочет поздороваться, оно тянет ко мне лапку. Или не лапку. Это что? Вот это сейчас что такое? А. Какой добрый призрак. Ну, спасибо. О, слава богу. Слава богу, что... А сейчас еще что-то произойдет, или? Да нет, наверное, я так понимаю, что это уже все. Ну, давайте чуть-чуть посмотрим. Нет, вроде бы ничего не происходит. Все, выходим отсюда. Призрак меня погладил по голове, накрыл меня простыночкой. Все прекрасно. Сохраняемся. Так, запись номер 14. Каждый, кто был в коме, пришел в себя. Они слоняются вокруг и разговаривают, будто ничего не произошло. Я думала, они никогда не очнутся. Так, теперь часы сломаны. Искусственное растение. Так, это все мне не нужно, наверное. Так, а здесь, я так понимаю, будет новый ключ очередной, да? Похоже на то, что это исследование зашло в тупик. Но с другой стороны, все закончилось неплохо. Я отправила души и сосуд обратно с гору и позволила всем семьям... Позвонила всем семьям, рассказала, что все живы. Завтра я отправлю всех назад.
Запись номер 16. Нет. Я не думаю, что она такой интонацией, конечно, это пропела, но вот что-то мне так. О, это еще. Как медленно мы идем. А там что-то миленькое будет наверняка, да? Вот это так. Ага, в ванне лежит зеленый ключ. Всего лишь ключ. Вы взяли его и нацепили на ваш брелок. Хорошо. Куда его вставлять, только скажи мне. Да, о боже. Ну вот как вот такую подставу можно было организовать? А пахнет как сладкий лимон. Действие. Лимонный хлеб. Напрячься, плакать, напевать, разобнять. Ну-ка, хорошим. Вы оставляете лимонный хлеб в покое, его зубы дрожат. Добро пожаловать в мой личный ад. Что происходит? Вон, зуб, вот туда. Это же невозможно, блин, пахнет как сладкий лимон. Подождите, сладкий лимон, давайте напрячься, давайте напевать. Вы напеваете знакомую мелодию, тело лимонного хлеба дрожит. Ты думаешь, я милый? Это что еще за срань? Не, я думал вначале, может, это ловить нужно, я не знаю, а судя по всему, не нужно. Так, плакать. Вы рыдали так громко, как только могли, но никто не пришел. Они все так говорят. Мне кажется, лимонный хлеб безжалостный ублюдок, и рыдание не сработает. Ага. А почему не пол... Так, ну что я могу сказать на это? Это не конец. Да я вижу, что это не конец. Декарт, сохраняй решимость. Вот я так думаю, что, пожалуй, здесь мы остановимся. Следующая серия уже, наверное, точно будет финальной, потому что, ну, я чувствую, что мне еще по этой лаборатории гулять еще и гулять, а потом еще куда-то отправят, поэтому это еще очень надолго, я уже час сижу, тут еще кучу всего монтировать, вырезать. В общем, на этом пока останавливаемся. Если понравилось это видео, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий под этим видео, ставьте этому видео лайк, открывайте описание внизу под роликом, там большое количество плейлистов, там есть ссылка на группу ВК, вступайте в нее. Прямо перед вами плейлист на Undertale, открывайте, смотрите предыдущие серии, если не видели, и всем счастливо, всем удачи, всем пока.